Всем привет! С вами Кирилл, и сегодня у нас наша новинка – коляска Run Brilliant. Абсолютно новая форма в линейке нашего бренда. Прежде всего, модель отличается изящным и компактным шасси с легким весом, но при этом великолепной амортизацией в шести точках коляски. Две точки на задних колесах, две в середине рамы и две на передних колесах. Несмотря на легкий вес и внешнее изящество, пружинная амортизация отлично защищает ребенка от тряски на неровностях дороги, а полиуретановые колеса не дают увеличить вес коляски. Таким образом, это одна из оптимальных моделей для города, при этом отлично подготовленная под все 4 сезона и под любые погодные условия. Коляска доступна в комплектации 2 в 1 с прогулочным блоком и люлькой. Если смотреть на люльку коляски, то мы видим просторное пространство для малыша с крепким металлическим каркасом снаружи и широким капюшоном с дополнительной секцией и козырьком, защищающим ребенка от непогоды. Что касается ткани коляски, это плотная и премиальная ткань, которая прекрасно дышит, но при этом защищает ребенка от дождя, от попадания влаги. Также стоит обратить внимание на накидку. Она крепится на молнии и имеет специальный отворот, который можно зафиксировать на капюшоне. Этот отворот защищает ребенка также от ветра. Снизу на коляске находится специальный пластиковый каркас, защищающий люльку от попадания грязи, например, если вы ставите ее на землю. При этом на каркасе есть 4 выдвижных ножки и функция укачивания люльки, если ножки спрятаны внутрь. Также люлька очень легко снимается и устанавливается на коляску без каких-либо адаптеров. Вам нужно всего лишь навсего нажать 2 кнопки по бокам коляски, при этом вы можете сделать это не одновременно, а по очереди. Сначала одну кнопку, потом другую кнопку, и потом буквально одной рукой вы можете снять люльку коляски. Кроме этого, предусмотрена функция установки блоков и регулировки по высоте. Специальные кнопки дают возможность поднять люльку выше, то есть ближе к маме, чтобы она не нагибалась, или ближе к земле, если так вам удобно. Также эта функция доступна и в прогулочном блоке. Вы можете установить его выше или ниже. Низкий прогулочный блок подходит уже подросшим детям, которые могут сами выбраться или забраться в коляску во время прогулки. Если говорить про прогулочный блок, в прогулочном блоке есть, по сути, все необходимые преимущества, чтобы вашему ребенку было комфортно там находиться до 2-3 лет. Прежде всего, это просторное спальное место с множеством регулировок, механической регулировкой спинки по 3 положениям с возможностью опускания до горизонтального. Также это регулируемая подножка с специальным нескользящим покрытием, от которого легко очищается любая грязь. И также стоит заметить, что у коляски откидной бампер с накладкой, со съемной накладкой из эко-кожи. И эко-кожей также отделана ручка коляски, телескопическая ручка с возможностью регулировки до максимально нижнего и максимально высокого положения, что очень удобно для родителей, у которых большая разница в росте. То есть, если мама низкая, а папа высокий, обоим родителям будет удобно управлять данной коляской. Кроме этого, стоит сказать про компактное сложение. Коляска складывается с прогулочным блоком как по ходу, так и против хода движения. При этом делается это всего лишь в несколько движений, и по сути это можно сделать одной рукой. Для сложения коляски вам нужно сначала опустить телескопическую ручку, затем отрегулировать спинку максимально близко к ручке коляски, загнуть подножку и нажать на кнопку на шасси, повернуть ее, и коляска по сути сложится сама у вас в руках и зафиксируется на специальную защелку на шасси коляски. Коляска также может легко стоять в сложенном виде и также легко раскладывается. Вам всего лишь нужно снять ее с фиксатора и разложить ее раму. Это был обзор нашей новинки, модульной коляски Run Brilliant. Спасибо вам большое за внимание. Это и другое видео вы можете посмотреть на нашем канале. Ссылку на эту коляску мы прикрепим в описании. Спасибо вам еще раз. Всего вам доброго. Удачных вам прогулок.